анекдот времен Великой Отечественной войны под Гатчиной. Видимо, в него попал снаряд. Я не знаю историю. С той стороны лежат снаряды и крест. Сейчас дойдем, я покажу. А в самой Гатчине за годы Великой Отечественной войны было истреблено почти все население. И там был такой огромный концлагерь. Вот они, снаряды. Сейчас покажу поближе. Плохо вижу, солнце отсвечивает. Я не знаю, может быть, это выкапывают с поля и подкидывают сюда. Еще какие-то ящики. Ну, сплошные развалины. Через дорогу еще один дот, он сохранился. И такой ухоженный. Жалко, я не могу туда подойти поближе.